В онкогематологическом отделении детской республиканской больницы открыли обновленную семейную комнату в рамках социального проекта благотворительного фонда «Дома Роналда Макдональда». Дети и их родители получили возможность хоть ненадолго побыть в домашней атмосфере. Проект способен решить целый комплекс психологических и социальных проблем детей, проходящих длительное лечение в больницах, считают компании «Макдональдс». Об этом смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. Для родителей нет больше беды, чем больной ребенок. Ирина Мингалеева из Ядрина приезжает в отделение с сыном несколько раз в год. Больничные стены не способствуют хорошему настроению, а это напрямую влияет на качество лечения. В семейной комнате почти как дома, особенно когда мама приготовит обед. А вы с малышом приходили сюда, в эту комнату? Да, приходили. У меня малыш очень был рад, когда увидел это все. Все очень хорошо чувствуем, прям как дома. Поскольку детки находятся очень долго в нашем отделении, и любая обстановка, особенно домашняя обстановка, приводит к тому, что идет более быстрое выздоровление ребенка. В республиканской больнице семейная комната появилась еще в 2006 году. Сейчас ее отремонтировали. Кухня, столовая и гостиная позволяют на время отвлечься от тревожных мыслей. И очень большое спасибо хочется сказать вот этому фонду, дому Рональда Макдональда, который попытался приблизить мать к ребенку здесь, в этом вот не совсем простом отделении, в котором мы сейчас находимся, и немножко сгладить ту вот сложившуюся кризисную картину. Вот эта семейная комната, конечно, она не может помочь на 100%, да, то, что дети болеют, это такое тяжелое состояние у родителей, но мы привносим этой комнате семейной, семейную атмосферу, да, атмосферу того, чтобы дети не чувствовали, что они находятся в больнице, родители находятся рядом с ними. В этом году 20 лет, как в Чебоксарах, открылся первый ресторан «Макдоналдс». Социальная инициатива коллег творит чудеса. Все эти средства, которые собираются благодаря таким акциям, они приходят в наш фонд. И мы, соответственно, их реализуем и тратим на такие благотворительные проекты. Так что спасибо всем огромным жителям республики, спасибо компаниям. Добрая атмосфера, любовь и поддержка близких сопровождают ребят во время курса лечения. Это помогает преодолеть болезнь.